В Красноярске почти определилось, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в городской совет. Накануне в Кировском районе прошел финал предварительного внутрипартийного голосования. Оно стартовало еще 16 мая. На этом этапе в 18 избирательных округах из 160 человек избирателям предстояло выбрать несколько, по их мнению, самых достойных. Ну а самое главное, конечно, мы в итоге можем получить понимание вообще и то, какие проблемы на самом деле людей волнуют, и мы увидим новые лица, и это очень хорошо, может быть, эти люди как раз и должны сегодня работать в городском совете. А уже 20 июня комитет партии будет выбирать из списка победителей тех, кто в общей выборной гонке поборется за депутатские места. Мы не понимаем, по какой логике другие формируют свои списки, но свою логику мы предъявляем. Мне кажется, что если другие наши партии попробовали бы так поработать, это было бы только на пользу всей политической системе страны.